Вот вытащили вал пополам. Две штуки. Сейчас будем вымывать все, на место ставить. Вал другой привезли, тоже с росточки. Закутали его. Тоже надо будет промыть, прочистить. Вот такого года был у нас коленвал стоял, который полетел пополам. Будем ставить вот этот. Сейчас заглушки выбьем, почистим, помоем, заглушки забьем и на место его. А так мы заглушки выбиваем. Одну пробиваем насквозь, желательно не понизу. Вот, и через нее, получается, выбиваем вот эту вот складную. Она немножко под дугой идет. Вот, пошла. Еще. Все. Вот и тут он забитый, он весь сухой у нас. Теперь сейчас здесь вычистим немного, чтобы можно было выбить. Где-то зубило было. Я вон зубило. Мы с зубилом сейчас, потому что она уперлась. Вот канал вот так идет. Вот так, по дуге. А теперь через эту сторону чистую будем выбивать вот эту заглушку. Потому что если понизу дырку пробить, то получается он сквозняком будет вылазить, а не получится выбить ее. О, пошла. Ну, как-то так. Может, кому пригодится. Все, вот, заглушки забивали. Грязи много было. Старые заглушки повыбивали. Все новые поставили заглушки. Чтобы легче поставить все вот сюда. На место. Шестерина на месте. Сейчас противовес будем. Нагреем и тоже туда на место. Все, противовес одели. Гайку затянули. Все, он готов. Осталось на место его поставить.